17 мая 2017 года, от Рождества Христова, естественно. А, гуляя по саду, случайно набрел на гнездо в старой вишне. Хочу сейчас посмотреть, что за гнездышко, какая птаха его сплела. До того, как включил камеру, птаха активно пела, но сейчас начал говорить, и она замолчала. Ну, посмотрим. Мне, к сожалению, гнездо оказалось старым. Прошлого года. А я-то думал, с крышей, как у ткачков. Но это не соловья вроде. Хотя им свойственно на такой высоте в садах делать такого размера гнезда. Не знаю, может из-за того, что тайга горит. Сейчас переселились другие птицы, ранее здесь не летавшие. Думал, будет удача, а гнездо оказалось старым. Ну ладно, ничего.